Добрый день! Сегодня мы встречаем Новый год в школе бокса Вячеслава Олеговича Кириченко в Брянске. Позвольте от лица всех зрителей и учеников, кто все это время смотрел очень полезное и очень интересное видео по боксу, поздравить с Новым годом и Вячеслава Олеговича, и Владимира Петровича, сказать им искреннее спасибо и пожелать всего наилучшего в новом году. И ждем еще новых материалов от вас. Спасибо вам большое. Спасибо. Также хочется поздравить всех, кто нас смотрит, постоянно задает вопросы. Мы с Владимиром Петровичем очень благодарны. Также поздравляем с Новым годом, с наступающим Новым годом. Сегодня у нас 5 января. С наступающим Новым годом, чтобы все мечты ваши сбылись в спорте, в жизни, без болезней. Вот этот год, прошлый год, вроде как бы для меня сложился, можно сказать, средний. Конечно, хотелось бы лучше. Мы стали с Димой Смородкиным, с моим отчимом, вторым на России по юниорам. Сейчас два турнира проехали в мастерских, очень так неплохо выступили. Сейчас готовимся и надеюсь, что нас вызовут на сборы к Европе молодежки 19-22. Думаю, что все будет в этом году, в новом, все нормально, и будем вас радовать и роликами, и нашими своими победами. Спасибо. И еще давайте мы добрые слова скажем. Очень интересная группа в интернете «Солдат удачи». Там в основном ребята все в погонах служат, защищают Родину. Они вот прислали сегодня много вопросов. Им тоже отдельный привет. И будем отвечать сегодня на эти вопросы. Большая благодарность, которая действительно смотрит меня, задает много вопросов. Удачи им. Ну хорошо, еще раз спасибо и готовимся снимать ответы на вопросы. Спасибо большое.